Я прочту письмо Вениамина Михайловича Осипова матери в Ростов. Оно хранится в Государственном архиве Ростовской области. Привет с фронта, дорогие родители. Спешу сообщить, что жив и здоров, и в настоящий момент нахожусь в боевой обстановке по защите Белоруссии. Живу все как обычно, как и раньше. Вот уже 5-го был год моего пребывания в боевой фронтовой жизни. За этот год пришлось повидать столько, сколько не видел за всю свою жизнь. Насмотрелся на слезы матерей и детей, на злодеяния над нашими городами и селами. И этот год суровой жизни послужил школой суровой, фронтовой. Этот период жизни научил жить не как хочется, а как обстановка позволяет. Сейчас пока погода стоит хорошая, а вот сегодня дождик. Но все равно, хотя и дождик, это же не осенью, а летом. На ваши письма даю только один ответ, а то времени нет. Крепко целую, сын Вениамин. 8 апреля 1944 года. Судьба фронтовика Вениамина Михайловича Осипова неизвестна.